Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я покажу, как засолить скумбрию в домашних условиях. Соленая скумбрия – отличный ингредиент для различных закусок, например, бутербродов. Такая рыба хорошо подходит для салатов под шубой. Солить ее дома значительно вкуснее и бюджетнее, чем покупать в магазине. Скумбрия может быть посолена целой, без головы или нарезанная на кусочки. Для домашних вариантов засолки скумбрии я советую солить рыбу без головы и потрошенную. Для приготовления рассола нужно добавить в воду соль, сахар и специи. Далее возможны два варианта. Для первого варианта я просто смешиваю все ингредиенты в воде и сразу же заливаю скумбрию рассолом. Для второго варианта довожу рассол до кипения, даю ему остыть и затем заливаю им подготовленную рыбу. Этот способ подходит, когда хочется получить более пряную скумбрию в итоге, а также когда в рассол добавляется заварка и луковая шелуха. Заварка черного чая и луковая шелуха окрашивают поверхность скумбрии в аппетитный золотистый цвет. Сейчас покажу засолку на этом примере. Помещаю скумбрию в подходящий контейнер. Главное, чтобы рыба свободно располагалась в нем и была полностью покрыта рассолом. Процеживаю остывший рассол. Заливаю скумбрию ароматным рассолом. По желанию и по вкусу можно добавить еще таких же, но свежих специй. Сначала даю скумбрии постоять в рассоле 3 часа при комнатной температуре. Затем помещаю рыбу в холодильник на время, необходимое для посола, не менее 2 дней, желательно 3. Через 2-3 дня скумбрия готова. Для подачи нарезаю на порционные кусочки. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!